А давайте откроем какой-нибудь лаки-блок подальше от домика. Например, вот этот. О! Ё-моё, что это такое? А, опыт. Ребята, забираем опыт. Хорошо, следующий. Что здесь будет интересно? Маяк. Да, это вот эти гады. Их тоже надо поубивать по-хорошему. Ой, они меня... А, он меня поднял. Так, надо вот этих тоже гаденышей поубивать. Раз. Убил одного. Вот этого теперь. Все, ребята, мы всех убили. Всех убили, кто нас тревожил. Так, а что у нас по музыке? Давайте поставим пластинку следующую. Так, она что-то одинаковая какая-то. Привет, друзья! Вы на канале Duda Play. И мы играем с Нубиком. Будем открывать лаки-блоки. Но для начала, я вам хотел бы тут все показать. Как тут все устроено. У нас здесь есть, ребятушки, бункер, в котором мы будем прятаться. Если мы откроем какой-нибудь неудавшийся лаки-блок, здесь мы можем в таком бункере спрятаться. Вот такой у меня большой бункер. Так. Здесь мы будем спать. Так, у нас здесь еще жители здесь появились. Ладно, пусть сидят. Живут. И, может быть, они мне помогут в чем-то. И какая-то у нас тут рыба завелась большая с шипами. Я не знаю. Ух ты, она стреляет. Ах ты гад. Ах ты гадина. Ладно, сейчас открываем первый блок. Лаки-блок. Посмотрим, может, что-нибудь выпадет интересное. Давайте начнем с какого-нибудь... с этого лаки-блока. Откроем верхний. Так, посмотрим сейчас. Ах ты, зараза, не открываешься. У меня какое-то... Подожди. Утомление? Что это еще за утомление? Я ничего не могу... Прикинь, я не могу ничего это открыть. Из-за утомления. Это вот этот гад меня утомление сделал, да? Точно. Смотри, левитация. О, меня убили. Хорошо. Теперь у меня никаких нету зачаровашек. Надо с этой рыбой поосторожнее. Че, как она мне тут завелась-то? Эй, опять какая-то фигня. Опять утомление. Это ты мне утомление делаешь, вонючка? Давайте мы ее как-нибудь закопаем. Или вот эти вот меня бросают. Так, это что у меня за левитация? Опять меня убил Шелкер. Так, ладно, понятно все. Давайте откроем какой-нибудь лаки-блок. И посмотрим, может быть там что-нибудь интересное. У меня какое-нибудь оружие будет. Я убью этих монстров. Так, звезда Незера. Так, она мне не нужна. О нет, что это такое? Криперы. Ой, не криперы эти. Зомбаки. Меня убили зомбаки. А что, у нас ночь наступила? Давайте спать. Так. Рядом монстры. Какие еще монстры? Подожди. Все, спим. Спим, сейчас утром проснемся. Все будет хорошо. Что у нас тут? Так, вот они, зомбари, они начали гореть. Хорошо. Так, мне надо бы какой-нибудь выход было бы сделать. Это что за фигня опять? Опять утомление? Да ё-моё. Не, ребята, давайте быстренько умрем. Так, возродимся. Так, ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо, идите нафиг отсюда. Так, все, убегаем. Так, ладно. И будем от... Ух ты, меч, хотя бы деревянный. Будем мы сейчас этих зомбаков мочить. На, получай, убил его. Мне нужно быстренько потушиться, воды нету. Ай, ладно. Скрываем вот этот блок. Так, что у нас тут? Мясо. Гнилая плоть, ладно, давай следующий. О, кролик-убийца, нет! Нет, ребята. Он меня сейчас убьет. На, раз. Так, убегает. Хорошо, что убегает. Мы открываем следующий блок, ребята. Ух ты, у меня будет магнитофон, у меня будет музыка. Так, опять какая-то фигня. Я понял. Ладно, мы его сейчас убьем. Ставим проигрыватель. Ставим музыку. Так, вот эту гниду мы убьем сейчас. Что она делает? А как она меня убила? Не понял. Так, а ты что здесь, ты тут открытый, что ли, сидел? Так, а ну, уходи оттуда. Ладно. Открываем следующие лаки-блоки.
Ух ты, стрел. Отлично. Отлично. Это мне как раз и надо. Это мне как раз и надо. С помощью этих стрел я убью вот это животное. Животное, которое тут сидит. На! На, получай. Ах ты гад. Смотри, он меня опять отравил. Сейчас мы его убьем. Раз. Еще пару ударов. Ух ты, он прячется, гад. На, получай. Хорошо. Сейчас ты у меня умрешь. Сколько в раз в тебя стрелять-то надо, а, гаденыш? Какой он сильный, а? Давайте повыше заберемся. Так, отсюда тоже нормально будем стрелять в него. Раз. Два. Три. Мне бы, знаешь, этот молока выпить тогда было бы хорошо. Убили, 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 ребята. Наконец-то мы его, ребятушки, убили. Ладно, что у него тут выпало? Так, сейчас посмотрим. Мокрая губка, осколок. О, что, кто? Подожди, алло. Кто меня там щелкает? Ага, это вот эти гады. Их тоже надо поубивать по-хорошему. Ой, они меня... А он меня поднял. А-а-а! Так, надо вот этих тоже гаденышей побивать. Раз. Убил одного. Вот этого теперь. Все, ребята, мы всех убили. Всех убили, кто нас тревожил. Так, а что у нас по музыке? Давайте поставим пластинку следующую. Так, она что-то одинаковая какая-то. Так, это что такое за столик? Панцирь шалтера. Я думал, на столик похож был. Давайте, ребятушки, откроем следующий лаки-блок. А, у меня же утомление действует, да? Мне надо умереть. Чтобы утомления это не было. Ладно. Сейчас мы сделаем так с тобой, ребята. Отсюда будем спрыгивать. Вот отсюда. И как раз после смерти мы возродимся. Опа, главное умереть. Есть, хорошо. Все, теперь у меня никаких волшебства никого нету на мне. Так, и идем открывать следующие лаки-блоки. Вот этот откроем сейчас. Вау, смотри, сколько всего интересного. Так, что мы здесь... у нас много всяких блоков. Давайте здесь так загородимся немножко. Мало ли, какая фигня вылезет даже. Поэтому нам нужно хотя бы какую-то стеночку сделать. Ух ты! Всё, это что такое? Кожаная сюда? Кожаная куртка. Одеваем штанишки, сапожки и шапочку. Все, ребята, как я вам? Нормально? Открываем следующий лаки-блок. Давайте с этого начнем. А-а-а! Ё-моё! Все взорвало? Фух! Хорошо, этот магнитофон не взорвало еще. Давайте дальше музыку поставим. Одинаковые музыки. Музыка одинаковая. Так, следующий лаки-блок. Вот этот. Ух ты, алмазы. Ребята, это алмазная конская броня. Отлично, отлично, хорошо. Следующий лаки-блок. Сундук. Железные ботинки. Так, давайте одеваем железные ботинки. Курточку. Чё, все, больше ничего нету здесь интересного. Давайте откроем какой-нибудь лаки-блок подальше от домика. Например, вот этот. О! Ё-моё, что это такое? Опыт, 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 опыт. Ребята, забираем опыт. Хорошо, следующий. Что здесь будет интересно? Маяк. У меня же где-то звезда это была. Что она пригодилась бы. Так, давайте маяк поставим вот сюда. Так, основной эффект. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, готово. Что тебе еще нужно сюда положить-то? А где у меня тут такая-то была звезда? Может быть, ее нужно было поставить? Теперь я ее потерял. Я не знаю теперь, где эта звезда. Ну ладно. Открываем вот этот блок. Обсидиан. Ух ты. Мы можем, ребята, обсидианом защищаться. Или построить эту самую... Как его? Арку. Так, правильно же я строю все?
арку я же правильно поставил. Да, теперь если у меня будет зажигалка, то я смогу что-нибудь там открыть. О, сноп сена. Сноп сена мы, ребятушки, сюда положим. Пусть здесь будет у нас лежать. Надо еще в домик положить, чтобы я мог покушать потом. Ну, я из него могу сделать, ребята, знаете что? Конечно же, хлеб. Так, ты мне зачем закрыл дверь? Пошлите еще откроем что-нибудь. Так, музыку мы включим. Пускай играет. Такая музыка страшная. Так, давайте этот локи-блок откроем. Вау, алмазы. 20 алмазов. Это срочно нужно куда-нибудь сюда спрятать алмазики. Так, ребята. Алмазики я сюда бросаю. Вот здесь пока лежат. Ты что, алмазы мои забрал? Нет, они не будут забирать алмазы. Они хорошие, ребята. Давайте этот откроем локи-блок, посмотрим, что здесь. О, нет. Это Боб, ребята. Это Боб, который... Боб вонючка. Так, а где у меня оружие какое-нибудь? Так, как же этого Боба вонючку убить-то? Ё-моё. Давайте откроем какой-нибудь другой локи-блок. Может, тут что-нибудь интересное будет? Опа! Опа-опа! А, нет, это просто удочка. Я думал, что это меч. Так, ух ты! Сейчас он придет, я его зарву сейчас. Давай, давай, иди сюда, он сейчас взорвется. Динамит. А, нет, это хороший был, слушай, это хорошая штучка была. Так, ладно, забираем все, что здесь было. Сейчас пойдем мы домой. Надо же как-то от этого Боба отделаться, ребята. Сейчас мы, знаешь, что сделаем? Верстак. А, вон он стоит, да? Хорошо. А, вот звезда, нашел звезду. Сейчас мы звезду поставим, и будет у нас здесь фонарик. А где звезда? Так, все. В смысле? Ничего не ставится, ладно. Давайте возьмем меч. А, у меня же лук где-то был. Вот лук, ребята. Сейчас я его щелкну. Этого Боба. Иди сюда, Боб. Получай. Раз, два. Подожди, а где стрелы? У меня что, стрелы закончились? У меня же было много стрел. На, получай тогда деревянным мечом. Не знаю, когда я тебя убью. Наверное, к ночи. Когда ночь наступит. Так, подожди, а где стрелы-то, а? Надо еще открыть. Давайте этот откроем блок. О, нет, динамит. Ну, хоть это Боб. Хоть Боб взорвался. Нет, нифига не взорвался Боб. Боб, вонючка, не взорвался. Подожди, проигрыватель. Давайте проигрыватель поставим сюда поближе к домику. О. Так, опять этот идет, да, гад? Как же мне тебя убить? Давай откроем еще один сундучок. Что написано? Well, real problem. Ты имеешь проблемы. Какие проблемы? Ой-о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 й
спрятаться в домик, переночевать. Да иди ты, чё встал? Стоит мне, пройди, а чё ты дверь не закрыл? Житель, дурачок, он зашёл, дверь не закрыл. Ну чё, нельзя было закрыть дверь, да? Убил меня. Так, он меня сейчас будет постоянно убивать. На, сиди там. Так, мне нужно срочно это, в воду. Прыгнуть. О, хорошо. Так, а что с этим чуваком-то делать? Это просто статуя какая-то. Статуя, ребята. Так, зачем мне столько этих много блоков? А, да он еще и шевелится, смотри. Ты будешь ходить? Ты что там, ты только ночью активируешься, да? Давай, иди. Давай, я тебя столкну. Нет, он, смотри, не сталкивается, а? Столкнул я его или нет? Вот это зомби, вот это зомбарь. Ему нужно друга какого-нибудь. Какого-нибудь друга, ребятушки, открыть. Ну что ж, дорогие друзья, наверное, будем на этом заканчивать ролик. Если ты хочешь, чтобы я еще следующие лаки-блоки пооткрывал, то подписывайся на канал обязательно, ставь лайк. И мы будем дальше играть с тобой в лаки-блоки. Всем пока-пока!